Академия наук сейчас выстраивается как крупная научно-производственная корпорация, которая состоит из ряда кластеров, практикоориентированных кластеров. Вот сегодня будем говорить о кластере «Интеллектуальный электротранспорт». Создана полностью отечественная система собственно-цифрового обеспечения разработки новых образцов электротранспорта и компонентов. Разработана собственная конструкторская документация на все экспериментальные образцы электротранспорта в самой Академии наук. Создан участок сборки компонентов электромобилей, участок сборки батарей, это очень важный участок, участок по созданию новейших образцов отечественных накопителей литий-ионных. Сейчас в мире наиболее это литий-ионы, но мы разрабатываем в Академии, это может быть впервые в мире, свои графеновые. И гибридные, то есть литий-ионы и графеновые составляют гибридные, и они достаточно успешно себя показали. Сейчас мы создали всю базу, и научную, и технологическую, так сказать, и организационную. Легковой автомобиль. Сейчас это наша полностью элементная база, за исключением, сразу говорю, кузова. Мы пока еще не научились делать кузов, но над этим работаем. Спортивный автомобиль, собственная разработка, полностью компонентная база. Электроминивэн, электрогрузовик МАЗом разработан. И линейку малого персонального электротранспорта, 12 моделей. Ну вот проблемы. Пока у нас нет предприятий по выпуску тяговых аккумуляторных батарей. Мы собираем у себя, но это в штучном плане, для наших только для экспериментальных, для страны нет этого. Дальше отсутствие производства кузовов, но мы уже об этом говорили, их надо разрабатывать на хорошей основе. Ну, мы сейчас работаем в этом направлении, но пока вот отсутствует такое производство. Вы должны сказать, кто будет делать аккумуляторы, кто будет двигатели и прочее. Да, вы же знаете наши предприятия. Знаем, у нас это есть, мы уже с ними работаем, с предприятиями, но придется их немножко доснащать и переснащать. Ну, нет вопросов, мы их направим туда, куда надо, и поможем в том, чем надо. Поэтому вы готовьте. Нам нужны опытные образцы, которые вы создадите. У нас вот программу мы разрабатываем, по программе будет расписано, какие предприятия, что будет производить. Ну вот и все. Вы должны положить на стол нам будущее. Потом мы должны просчитать рынки. Так мы и сделаем. Не только создать. Так мы и сделаем. Мы и все. И рынок просчитываем то же самое.